Прочность карусели специальная комиссия проверяет буквально на себе. В Самаре стартовал прием площадок, сделанных по программе «Двор, в котором мы живем». Но главные судьи все-таки те, ради кого эти площадки строились. Двухлетняя Полина Воронина и ее мама гуляют в любую погоду. Говорят, новенькой площадкой остались довольны. Здесь была одна горка, и все. Потом вот сейчас сделали, молодцы, хорошо. Дочка у меня только сюда и ходит. Как выходим, она сразу, мам, пойдем сюда, и мы сюда вот идем. За этот год в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем» построили 70 площадок. Теперь представители контрольного комитета городской думы, райсовета, департамента благоустройства проверяют, все ли сделано как надо. Во главу угла стоит вопрос к жителям. Довольны, недовольны? Если довольны, уже немножко легче, а потом идет соответствовать техническому заданию и фактическому наполнению вот обустроенной территории. Если изначально площадка была продумана, проработана, учтены все пожелания жителей, пожелания депутатского корпуса, район нам передал утвержденные эскизные проекты, сегодня мы видим, вот уже четвертая по счету площадка, где жители, ну, кроме слов благодарности, я ничего другого не слышу. Сегодня комиссия осмотрела 4 площадки в Советском районе. Нареканий нет, акты приемки подписаны. Валерия Макарова, Максим Гусев, события.